Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Данное мое видео будет коротким и, к сожалению, печальным, так как в Центральной Африканской Республике убили Орхана Джамаля, сына Гейдара Джамаля, известного журналиста, мусульманского журналиста, который поддерживал Азербайджан во многом. Аллах рахмет аль-асин, пусть земля ему будет пухом. Он погиб не один, вместе с ним погибли, вот сейчас опущу вниз, чтобы вы прочитали. Вместе с ним погиб, тяжело говорить, погиб Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Так, все трое были журналистами. Еще раз я хочу передать от имени всех азербайджанцев, чтобы семьи погибших крепились, мы с ними, и пусть земля всем им будет пухом. Аллах рахмет аль-асин. Тяжело, когда умирают такие люди, тем более одни из немногих, кто, в общем-то, поддерживали Азербайджан. Простите, не могу уже, тяжело говорить, тем более последние ролики, не считая исторических, у меня были достаточно тяжелые, и этот, к сожалению, тоже. В этом ролике, к сожалению, тоже ничего хорошего я сообщить не могу. Еще раз хочу передать семьям погибшим, пусть земля им будет пухом. Им еще хочу пожелать, еще хочу сказать им, что все азербайджанцы разделяют их боль, как практически свою боль. Всем до свидания, всем пока. Всегда ваш Сейдов Кемран. Простите.